игры, в принципе, настраивали, знали, что такая игра будет вязкая достаточно. И нам говорили, что они побегут, им, в принципе, терять нечего. Так и получилось. Хорошо, что выиграли. Первые два периода достаточно равная игра была. Меж тем много играли. А в чем причина, что действительно много меньшинства? Ощущение, как будто отрабатывали перед плов. Ну, сейчас, да, решили, что так и получилось. Но изначально, конечно, не планировали. Надо было вначале забивать, может быть. Были моменты, и совсем по-другому бы игра сложилась. Уже полегче было бы. Самый тяжелый период второй получился? Ну, я бы сказал, что самый тяжелый просто. Как-то в мечте весь прошел, ну, не сказать, что тяжело было. А после во втором перерыве сильно досталось или в целом просто поговорить? Ну, маленько взбодрили нас, что, конечно, мы не имеем права столько удаляться, должны играть, потому что, в принципе, когда 5 на 5 играли, больше мы создавали моментов, а начали удаляться, мы сломали игру. Вообще на такую игру сложно настраиваться, ну, в плане, что все-таки с третьего места уже бы никуда не ушли? Да нет, наверное, все равно нам надо было подготовиться к плей-оффу, там, отработать какие-то тактические элементы, поэтому с настроем, мне кажется, не было проблем. Насколько удалось, Металлургу, скажем так, аутсайдер, да, насколько удалось подготовиться плов на фоне этой команды? Да, в принципе, нормально, мне кажется, подготовились, там, отрабатывали моменты и выиграли 3-0. Хорошая игра была. Металлург цеплял, да, много, особенно в третьем периоде. Обидно было проигрывать, так, как считаешь? Не знаю, тоже мы сейчас обсудили с ребятами, что как-то грязно они играли, могли, ну, просто по нормальному, по правилам играть. Непонятно, для чего это было. Как вообще на тренеры по поводу этих стычек там успокаивали, там говорили не лезть или? Ну, понятно, что нам, в принципе, всегда надо отвечать, там, ну, друг за друга заступаться, но сейчас тоже уже сказали, что лишний раз там не надо драться, потому что при плей-офф дисквалификация никому не нужна.